Пожар на территории предприятия вспыхнул около 2 часов ночи. Горело арендованное складское помещение. В считанные минуты огонь перекинулся на кровлю. В этот момент в здании находились 2 охранников. Они эвакуировались самостоятельно и вызвали спасателей. На место спасатели прибыли уже через несколько минут. На тот момент здание было полностью охвачено огнем. По данным МЧС, пожар начался в одном из помещений, которое предприятие сдавало в аренду. В нем производили отделочные материалы, преимущественно пластиковые, а также складировали пенопласт. По оценке спасателей, противопожарные нормы были нарушены. Когда вот мы еще смотрели, непосредственно специалисты наши уже работали на кровле, было обнаружено, что заделаны слуховые окна, через которые по требованиям пожарной безопасности должно уходить тепло в случае возникновения пожара. Конечно, это способствовало повышению температуры внутри и развитию пожара непосредственно уже в самом здании. Дальнейшим разбирательством будет заниматься прокуратура. В МЧС сейчас готовят все необходимые документы. На месте ЧП работали более 100 спасателей и 26 единиц техники. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.